Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Джек Шепард, и ты потратишь несколько секунд, подпишись и поставь лайк. А сегодня у нас совместная игра, как бы коп против Дойчики. Ну а как бы около меня снова там сидит, и мы будем идти как бы против ее базы. Это что у нас? Это у нас генерал Command Zero Horror. Ну то есть распределяй и покоряй. Так, привет тебе, скажи привет. Всем привет. Так, у нее это Адриана Маркевич, я как там канал называется. Так, что же мы сейчас видим? Ну что, наверное, будем начинать атаковать? Подожди, еще начнем. Что? Сейчас начнем. Ну, начнем, окей. Жду. Пока покажу свою базу. Вот такая у меня база сейчас вышла. Смотри, сколько лазеров. Много очень. Базу будешь, мне надо. Так, подожди, я сейчас покажу свою базу. Так, извиняюсь сразу, что без веб-камеры. Я просто сейчас не прихорошился, как всегда. Так, вот такая у меня база. Так, вот это я все захватил. Так, а покажу базу Туйчики. Туйчики. Это Адриана Маркевич. Правильно сказал? Адриана Маркевич. С ней ошибаюсь, да. А я Виктор Маркевич. Такс. Вот такая у него база вышла. Такс. Ну что ж, ты готова? Вот сейчас можешь уже нападать. Можно уже нападать, да? Точно? Активирован ускоритель частиц. Так, все. Я на две базы нападаю сразу. Я сначала вот эти ракеты. Так, у нас повышение, как бы. Можем покупать стелс. А давай, о, у нас как раз 5 этих штучек. Попробуем с ними. Внимание, как шторм запущен. Окей. А где еще где-то есть? Кажется, что она запущена. А еще есть третья штучка. Подожди, что-то... Что-то я... Генерал, база атакована! Подразделение потеряно. Что-то я ничего не понял. А где у тебя, кстати, третья была? Ёлки-валки. А, все, нашел. Активирован ускоритель частиц. О, все. Боже, я такое не заметил. Типа... Что, наступаем? Готов к запуску. Так, получай. О, боже. Это уже серия просто. Примите поздравления, генерал. Вас повысили. Они атакуют нашу базу. Полета активирована. Подразделение потеряно. Давай. Окей. Активирован ускоритель частиц. Подразделение потеряно. Это у меня, да. Так, давай. Молодец. Подразделение потеряно. У нас уже подразделение утеряно. Так, получаем. Так, подожди. Я наши машины. Пошли! Так, давайте выезжаем сюда. Открываемся. Надеюсь, подразделение потеряно. Все будет хорошо. Очень надеюсь. Так. О! Блин, чуть-чуть не то выбрал. Готов! Отличный пробег! Вот как бы наверх можно заехать. Ну давайте прочекаем. Примите поздравления, генерал. Вас повысили. О, подразделение потеряно. Разгромить! На колени! Давай. Готов. Все нормально, все нормально. Отличный пробег. Хочешь получить? Так. Разгромить! Давай, получаем.
подразделение потеряно. Будет я слышу уже какие-то подразделения, как бы... Окей, о, нашел одну штучку. Давай дальше. Вот. Разгромить! Ха! Будет давай, весело! Все получаем. На колени! Ха! Будет весело! Так, у меня ломается машина. Подразделение потеряно. Блин. На колени! Держись. Разгромить! Разгромить! Так, у этой человечка как будет безобидным. Ну, я тебя понял, что у вас не будет моего курсора видно. Подрезать. Так сразу зимею, что молчу. Ха! Будет весело! Хотя я эту игру как бы давно много раз проходил. Интересно. Так, вот еще база. На колени! На колени. Ха! Будет весело! Хочешь получить? Так, ну слушай, это ха! Очень просто. Будет весело! Готов! Без сдачи! Подразделение потеряно. Давай! Так, еще здесь есть. Ха! Будет весело! Наверное, нужно самолеты брать. А ну-ка, подожди. Бери, что хочешь. Это бомбит. Так. Давай. Вот в этот именно вот этой фракции нету танков. Это очень плохо. Готов. Что? Так, ну что, короче, мы это едем? Пошли. Пошли. Так. Кстати, да, не забывайте ставить лайки. И кто это поставит дизлайк, это не очень неправильный человек. Очень неправильный без человек. Сдачи. На колени. Надеюсь, у нас будет их мало очень. Будет весело. Подразделение потеряно. Ну, как бы я не вошло в видео, когда я строил базу. Ну, это будет неинтересно. Сейчас главное как бы победить. Разгромить. Без сдачи. Ну, у нас как бы так получается. Подразделение потеряно. На колени. Кстати, еще раз повторю, что это я не ботом играю, с пенянцей играем. Все его без бортовых камер не будет видно. О. Слушай, она уже нам как бы... Политический готов. Одно здание разрушено. Не знаю, что. Так, ну что, нам нужно, короче, наверное, починить этот... Починить? А что-то у нас такое? А, ключик листок, вот это нам не нужно. Осторожно! Вот это нам не нужно, как раз вот эти машины с бочками. О! Хочешь получить? Вот, ух, твою мать, сколько! Разгромить! Блин. Видели, сколько сразу моих машин эта пушка убила? Без сдачи. Слушай, мощная пушка. Ну подожди, это уже край как рука. Ха! Будет весело! Пошли! Так, давай, атакуй его. Подразделение потеряно. Давай! Хочешь получить? Ну вот, смотри. Ха-ха-ха-ха! Давай! На колени! Смотри, уже красное. Разгромить! Серия просто кроет серию. Нафиг. Серия держится уже за сил. Ты еще помогаешь, что у меня это серверная оперативная память. Ну сейчас как бы у нас машина, тычика нас нам. Машина у нас как бы закончится, потому что разломается. Потому что они как бы уже дамажатся очень сильно. Главное, чтобы... На колени! Когда если машина у нас закончится, пошли! Тогда, наверное, самолетом пойдем. Ха! Будет весело! О, наши эти здесь штуки. Активирован ускоритель частиц. Подразделение потеряно.
подбросит. Без датчика. Мы это не... Я даже не видим снимать, потому что мы как бы пробный ролик делали. Ха-ха-ха-ха! Давай! Будет весело! Смотри, какие сразу мощные ракеты летят. Давай! Это уже крупный калибр. Разговорись! Не потеряно. Ах, ты бомбу где-то поставила, да? Потому что я на бомбу наткнулся. Бочку именно такую. Все? Осторожно! Мы победили. Вертали. Вернемся тогда на базу. Вы держали победу. Сейчас у нас будут статы. Увидим, что кто кого победил. Так, что у нас? Ну вот, видите, вот слева направо. Тойчика — это моя племянница, Адриана Маркевич. А Джек Юа — это я, Виктор Маркевич. Ну что ж, наверное, будем заканчивать. Так. А также, да, не забывайте ставить лайки и подписываться. Потрать несколько секунд, подпишись и это. Ты тоже прощайся. Всем пока. 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 С вами был Джек Шепард Юэй и Тойчика. Приятного просмотра. Ну, как бы уже в конце города, в конце ролика сказал приятного просмотра. Надеюсь, вам ролик очень понравился. Пока-пока. До новых встреч. Что такое? Ничего интересного. А, ну ок, ну тогда заканчиваем. Улё.